Наша олимпийская надежда Татьяна Салкуцан продолжает спортивную карьеру в Соединенных Штатах. Тираспольская пловчиха по-прежнему в составе олимпийской сборной Молдавии, но тренироваться и готовиться к Токио Татьяна будет за океаном. Американская школа плавания – одна из самых сильных в мире. После победы на юношеских олимпийских играх Татьяна Салкуцан получила приглашение, и теперь она студентка университета в Луисвилле. Это штат Кентукки. Повышает свое мастерство и выступает за университетский клуб «Красные кардиналы». Тренировки, сборы и новая команда. Теперь все по-новому. У меня достаточно большая команда в Америке, и все очень сильные, все очень сильные ребята, все быстро плавают, и все друг друга поддерживают, их учат, что команда — это семья, что мы должны поддерживать друг друга, и я считаю, это очень здорово. Наша спортсменка сейчас проходит учебно-тренировочный сбор. Соревнования из-за пандемии в Штатах пока на паузе, но пловцы активно готовятся к новому сезону. Я думаю, что даже незначительные перемены иногда могут повлиять в лучшую сторону. Надеюсь, что мой результат будет улучшаться здесь, и в дальнейшем я смогу показать свое лучшее время как на Олимпиаде, так и на других соревнованиях. Передаю привет большой всем, кто за меня болеет, и будем надеяться, что в будущем оправдаю надежды. Тираспольская спортсменка надеется, уже в будущем сезоне ей удастся выступить на европейской воде. Ну и, пожалуй, главный старт – Олимпиада в Токио. Запланирована она на август следующего года. Татьяна Салкуцан собирается также принять участие в зимнем чемпионате Молдавии, который пройдет в январе 2021 года.